Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Собственно, пользуясь случаем, для тех, для кого это актуально, хочу, безусловно, поздравить с праздником защитника Отечества, хотя мы еще немного сконвертировали, скажем, это понятие и приспособили его к спекулятивной, скажем, активности. И, скажем так, что это еще и праздник защитников депозита, безусловно, очень актуально для тех, кто вообще имеет отношение к финансовым рынкам. Мы постоянно боремся со всеми невзгодами. Опять же, динамика, которая очень часто не соответствует ожиданиям. Мы работаем и с неверно принятыми решениями. Очень, скажем, часто нам просто не хватает решительности, скажем, отказаться от того, что сделку нужно закрыть. Тогда, когда уже очевидно, что решение было не принято, мы держим оборону, друзья, до последнего, потому что все-таки решение ведь на чем-то базировалось, и мы пытаемся найти, скажем, оправдание от того, что оно было верно. Безусловно, те идеи, которые мы транслируем вместе с вами в ходе брифингов, это идеи, которые больше ориентированы на долгосрок. Поэтому, друзья, я надеюсь, что многие из вас, опять же, разделяют точку зрения того, что для финансовых рынков имеет очень большое значение преемственность фундамента. Поэтому я считаю своей обязанностью держать вас в курсе всех основных событий, которые происходят, несмотря ни на что, скажем, ни какие праздники и так далее. Потому что рынки не спят, рынки не дремлют, информация поступает постоянно на площадке, эта информация проходит, скажем, через призму определенного восприятия и в итоге приводит к тем движениям, которые мы видим. Друзья, сегодня, скажем, для российских реалий праздничный день, но для рынка это обычные рабочие трудовые будни. Поэтому для спекулянтов тоже нет возможности особенно отдыхать, тем более, что в пятницу у нас обычно даже неспокойный день, потому что на пятницу очень часто выпадает довольно интересная статистика. Сегодняшний день не исключение, потому что мы с вами ждем данные по инфляции в еврозоне, очень важный индикатор для Европейского центрального банка относительно политики. Я бы даже сказал, что на этой неделе у данных по инфляции статус влияния на евро самый существенный, самый большой, вкупе с протоколами последнего заседания Европейского центрального банка. Мы об этом сегодня также поговорим. Параллельно для тех, кто торгует канадским долларом, сегодня для вас также есть на что посмотреть и чем поспекулировать, потому что сегодня у нас в 16:30 данные по инфляции Канады. Я думаю, что вы уже сделали правильный вывод о том, какие отчеты мы можем увидеть в свете крайне провальных результатов по розничным продажам днем ранее. Ну и чтобы далеко не отходить от канадца, сегодня в 21:00 классика пятницы жанра для нефтянки. Это отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Соответственно, этот отчет потенциально может привести к распродаже нефти и стать еще одним фактором давления на котировки канадского доллара. Плюс ко всему мы еще и работаем со старыми инвестиционными идеями, потому что если даже нет ничего интересного в рамках торговых сессий, у нас как прицеп, опять же, фундамента, который движется позади, и мы знаем, в принципе, с чем мы вооружены и что мы можем дальше торговать на рынке Форекс. Вот это, кстати, не только для валютного рынка характерно, еще и для рынка сырьевых инструментов. Очень много времени мы уделяем всегда анализу нефтянки. И это, конечно же, по вашим запросам, друзья. Я, безусловно, рад, что этот сектор вас интересует. Но также не могу не согласиться с тем, что этот сектор оказывает очень серьезное влияние на рынок Форекс, особенно на те инструменты, которые относятся к категории сырьевых валют. В общем, здесь понятная причинно-следственная связь. Ну, давайте тогда теперь поговорим про рынок нефти, который немного нас разочаровал в ходе вчерашней торговой сессии, потому что мы очень долго и с такой настойчивостью пытались, скажем, получить от рынка
ту статистику, которую хотелось бы увидеть по запасам нефти, объему добычи. Но немного, друзья, немного, это ключевое слово, релизы не те, которые хотелось бы видеть. Запасы, по данным Министерства аналитической информации, снизились на 1,6 миллиона против прошлого роста на 1,8 миллиона. Я хочу в этой статье, чтобы дать вам понять, что расстраиваться не нужно, не нужно ни в коем случае говорить о том, что теперь мы будем работать с новым трендом, собственно, сокращения запасов, а сокращение запасов – это традиционное топливо для роста котировок нефти. Это не так, друзья. Если мы посмотрим на причины того, что сейчас происходит, мы все-таки сможем сделать правильный вывод, который позволяет нам работать с таким среднестатистическим отклонением от того, что происходит. И этот отчет, он не сильно меняет картину тех представлений, которые сложились. Ну, к примеру, когда мы говорим с вами про тренд какой-то в рамках любого инструмента, к примеру, восходящий, соответственно, мы понимаем то, что он не может двигаться исключительно в одном направлении. Периодически происходит откат. Поэтому тогда, когда мы по такой же аналогии настраиваемся на определенные статистические тренды, мы знаем то, что в порядке исключений в эти тренды будут подмешивать, скажем, данные, которые немного выбиваются из картины. Сезон технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов – это все еще актуальная тема. Я думаю, что она будет актуальна еще в течение какого-то промежутка времени. То, что этот сезон влияет на объем переработки, доказывает также вот статистика вчерашнего дня, поскольку объем переработки нефти сократился на 16 миллионов. Но почему у нас тогда не выросли запасы? Я считаю, что отсутствие роста, на который мы с вами рассчитывали, может быть связан также с очень резким за прошлую неделю сокращением показателя чистого импорта в США. Ну, это, в принципе, полностью вяжется с картиной того, что американские производители становятся все более и более самодостаточными, учитывая те объемы добычи, которые мы видим. Но на запасы, при всем уважении к этому релизу, я сейчас советую даже не ссылаться. Мы их разобрали, потому что это нужно. Нас больше интересует объем добычи нефти. Так вот, за минувшую неделю производство нефти, друзья, не выросло, а снизилось. Но снизилось на совсем символичную цифру в 1000 баррелей. Я думаю, что это даже такая погрешность, которую вообще можно не брать в расчет. То есть можно говорить о том, что показатель добычи нефти остался на прежнем уровне в 10-27 миллионов. А если так, то у нас по-прежнему очень мощное и оправданное ожидание того, что производство нефти будет постепенно увеличиваться дальше, потому что мы неоднократно с вами обозначали ряд причин, вследствие которых американские производители сейчас имеют массу возможностей для роста добычи. Скажем, прошлая неделя была передышкой, поэтому готовимся к отчету следующей недели. Это, собственно, уже в порядке хронологии, нормальная распределение отчетов внутри торговой недели, и данные администрации аналитической информации будут опубликованы в среду. Не сомневайтесь, друзья, то, что в этот раз запасы будут, точнее, объемы добычи будут увеличены, и, соответственно, нужно, чтобы в этот момент вы находились в правильном направлении рынка. 65,92 это закрытие торговой сессии прошлого дня, собственно, 65,99. Сейчас котировки на следующей неделе мы начнем снова снижаться, и скорость этого ослабления будет зависеть от того, насколько интересным окажется сегодняшний релиз от Baker Hughes. Если количество терминалов, разумеется, снова прибавит там на 5, 6, может быть, больше единиц, то этот отчет мы с вами будем особенно активно отыгрывать уже в понедельник. Но в связи с ростом количества терминалов, понятно, что и мы строим такие же ожидания по увеличению производства нефти и ждем как раз нефти на тех уровнях, на которых мы давно хотели видеть, это 60 долларов за баррель. Друзья, немного еще осталось, и мы действительно коснемся этой планки. Доллар, японская иена. Я думаю, что мы и сейчас можем говорить о поведении доллара.
в контексте тех протоколов, которые были опубликованы, можно сказать, днем ранее. Это протоколы последнего заседания американского регулятора. Может быть, американец показал не совсем ту динамику, на которую мы с вами рассчитывали, потому что мы делали большой акцент на определенный характер этих протоколов, и здесь наши ожидания были оправданы, потому что протоколы в целом подтвердили жесткий подход представителей ФРС США к той политике, которая проводится. Ну, жесткость подхода – это значит сохранение позиции проактивности, готовности дальше повышать процентные ставки. Если вас интересует, что мы сейчас можем использовать из этих протоколов для того, чтобы покупать доллар, да и те тезисы, которые мы разбирали, я думаю, что их не лишним будет повторить, уже со ссылкой на представителей ФРС о том, что инфляционные ожидания, есть признаки того, что они стабилизируются. То, что экономика показывает очень хороший темп экономического восстановления, тем самым создается базис для роста процентных ставок. Это тезисы, которые выдумал не я, друзья. Это тезисы, которые являются, скажем, переводом прямых комментариев, сделанных от представителей американского регулятора. Соответственно, представители ФРС весьма оптимистичны в дальнейшем экономическом росте, считают то, что налоговая реформа будет стимулировать рост инвестиций, в том числе и в реальный сектор, корпоративный сектор, будет способствовать еще большему снижению безработицы и стимулировать заработные платы. Да и без этого мы видим то, что рынок труда фактически в одном шаге от того, чтобы достигнуть максимальной занятости. Ну и, безусловно, инфляция будет постепенно стабилизироваться в пределах 2%. Самое главное, может быть, даже ключевой вывод, который можно было сделать, в январе мы, помним, ставку не меняли. Но тогда определенная нотка скепсиса среди отдельно взятых личностей ФРС присутствовала. Но сейчас мы не видим даже намека на эти сомнения. Более того, ФРС уверены в том, что ставки нужно повышать, и ставки будут повышены. Да и плюс ко всему, первыми, конечно же, на эту риторику отреагировали трежерис. Мы практически добрались до показателя в 3%. Это максимум за много-много лет. На основании только одной доходности казначейских облигаций можно уже смело покупать доллар. Но вялая реакция американцев была связана, я также уже делал на этот акцент, скорее всего, с распродажами американского фондового рынка. И тоже негативным настроением, которое присутствует среди трейдеров. Потому что участники рынка, вот по прошествии еще одной недели, мы закрываем, собственно, можно сказать, эту неделю уже сейчас, не могут определиться с тем, что будет с фондой дальше. И как раз отсутствие четкого понимания, ну, оно связано с тем, что они допускают и возможность распродаж, и заставляет трейдеров пока не очень активно перекладываться в отношении рисковых инструментов и определенную часть депозитов держать в защите. Японская валюта от этого выигрывает, и уж тем более растет спрос на иену, когда американский фондовый рынок еще и снижается. Вы сами видите, какая чудовищная волатильность для американской фонды сейчас. Если раньше мы прибавляли по, говоря про тот же самый S&P, по несколько пунктов, но максимум до 10 пунктов в день, и это считалось очень крутой динамикой, то сейчас ему ничего не стоит потерять 100 пунктов и спустя час эти 100 пунктов снова набрать. Кстати, друзья, вот на форуме видел вопрос по поводу того, почему я абсолютно уверен в том, что доходности трейдеров будут расти. Я хочу сделать отсылку к вчерашнему брифингу. Мы говорили про ту активность, которую сейчас проявляет Министерство финансов США, размещая облигации. И чтобы, опять же, не топтаться на том новостном фоне, который сложился, я лишь повторю то, что эта активность после большой паузы. И эта активность связана с тем, что сейчас американская экономика нуждается в деньгах. И эти деньги необходимы для определенного закрытия бреши, которые формируются, образовались в бюджете, дефицита бюджета. Цифры могут быть существенные, он может перевалить и за 1,5 триллиона. Ну, плюс-минус 100 тысяч, 100 миллиардов долларов особой роли не играет, потому что мы все-таки говорим и рассуждаем макроэкономическими категориями. Но вы должны понимать, что эти деньги, конечно же, должны найти денежные власти, и самый лучший, единственный инструмент – это
искать эти деньги на рынке облигаций. И вот теперь, почему я абсолютно уверен, то, что доходности трежерис будут держаться на высоких уровнях? Да потому что высокие показатели доходности – это единственный параметр этих бумаг, который будет обеспечивать колоссальный спрос на них, что бы ни происходило. И то, что эта логика, ну, железобетонная, она подтверждается, собственно, результатами этих аукционов последних дней. Вы помните, что во вторник Минфин разместил облигации на 179 миллиардов, спустя день на почти 50 миллиардов. Это вообще беспрецедентные результаты. В планах еще полтриллиона привлечь, и они привлекут, друзья, потому что спрос превышает предложение. И американская экономика дает очень крутой показатель доходности. Американская экономика остается ведущим регионом и стабильно платит по своим долгам. Поэтому вопрос, ну почему бы в связи с этим не, скажем, все-таки проявить интерес к этим бумагам и не позволить обменять, собственно, ликвидность, которая есть, на будущее обязательство. Вот по этой причине я уверен, то, что Минфин, да и те, кто кулуарно отвечает за доходности трежерис, будут поддерживать их и посредством на высоких уровнях естественных механизмов, а если что-то пойдет не так, и посредством и искусственных механизмов. Но ставки будут держаться на высоких уровнях, потому что американская экономика нуждается в деньгах. Вот почему, друзья, я считаю, что эпоха слабого доллара уже прошла, нужно тоже с этим смириться и, наверное, ну, если уж боязно покупать сейчас, американцы против там основных инструментов, не знаю, какой актив является основой для ваших спекуляций. Ну вот я традиционно говорю про доллар и японскую иену. Можете поискать уровни, которые кажутся вам подходящими, посмотреть на технику. Но я считаю, что уже текущие значения, они достойны того, чтобы проявлять активность в длинных позициях уже и ориентироваться на более высокие ценовые значения. Друзья, еще очень хотел подробнее остановиться на том, что сейчас происходит с банками Японии, но опять, чтобы не затягивать сильно, если вас интересует, вы можете в порядке фидбэка запросить эту информацию у меня на через форум, либо через канал на YouTube, я поделюсь обязательно. Но давайте тогда двигаться дальше. У нас фунт дальше на повестке. Статистика по экономическому росту вчера. 0,4 квартальное выражение с 0,5, а я 1,4 с 1,5. То есть спад во всех временных интервалах и эквивалентах. Основная причина, якобы по мнению тех, кто следит за этой статистикой, это проблема с нефтепроводом в Северном море. Да, они действительно были, они есть и сохраняются. И существенно пострадали объемы добычи. Это, конечно же, соглашусь, повлияло на показатель экономического роста. Но я думаю, что это не единственная причина, снова ссылаясь на низкие значения активности потребителей, поскольку они уже просто взывают, кричат Банку Англии, ну сделайте хоть что-нибудь. Потому что, ну, невозможно смотреть на скромный прирост заработных плат по сравнению с инфляцией. Заработные платы растут с учетом премии на 2,5% в год, инфляция на 3%. Конечно же, но как можно в таких условиях говорить о наличии дополнительных возможностей для роста бюджетов, домохозяйства и последующей их активности? Нет такой возможности. И пока ситуация не развернется коренным образом, то есть рост заработных плат будет выше, чем инфляция, экономика не сможет выйти на прежние показатели восстановления. И, к сожалению, будет сохранять за собой такой позорный статус одного из самых слабых регионов среди развитых площадок по экономическому росту. Какой вывод мы из этого делаем? Не то, что все плохо, поэтому можно продавать, а то, что Банк Англии начнет повышать ставки. Я не устаю повторять об этом и буду это делать дальше, пока Банк Англии не поднимет процентную ставку, потому что, друзья, я считаю, что фунт в этой связи является одним из самых интересных инструментов для покупок. Поэтому надеюсь, что прежняя аргументация была убедительна для вас, и вы уже присоединились, приобщились к этой сделке. Евро против доллара. Протоколы вчерашнего дня лишь подтвердили то, что Европейский центральный банк не собирается менять политику до достижения цели по инфляции. Вот на этом, в принципе, с протоколами можно закончить, потому что мы планировали услышать нечто подобное, точнее, именно это мы услышали, отработали,
Ждем дальше, смотрим, когда же евро будет стоить дешевле, потому что на таком фундаменте расти у европейской валюты будет возможно только в том случае, если доллару очень сильно просядет. По еврозоне, как я уже отметил, сегодня в 13:00 статистика по инфляции. Я думаю, друзья, то, что мы, как и раньше, можем прогнозировать и ждать более слабые значения, что по основному индексу потребительских цен, что по базовой инфляции. И чем, скажем, ниже будет инфляция, тем чем хуже она будет по сравнению с показателями прошлых периодов, тем больше у нас, у продавцов, в связи с этим станет уверенности, что Европейский центральный банк сохранит за собой статус региона, который проводит самую мягкую экономическую политику, вероятность изменений которой до конца этого года крайне низка. Евро, собственно, как и раньше, у нас в числе сделок на продажу. Доллар канадец сегодня. Мы ждем данные по индексу потребительских цен. Посмотрите на прогнозы, друзья. Вы сами видите, ожидается не просто какой-то незначительный спад, а резкое сокращение. Я тоже жду очень плохой отчет по инфляции, потому что последний вчерашний рейс по розничным продажам очень сильно разочаровал. Даже были оптимисты, которые все-таки видели возможности для улучшения экономической конъюнктуры и не торопились продавать канадцы, сейчас это делают. И мы видели то, что доллар снижался, но против канадца американская валюта вчера выросла. Это говорит даже при том, что и котировки нефти выросли. Это говорит о том, друзья, то, что сейчас трейдеры, которые следят за статистикой по Канаде, поставили на ней крест и прекрасно понимают то, что в ближайшие полгода вряд ли что-то ее вообще может вытащить на какой-то позитивный лад. И трейдеры сейчас уже закладываются под то, что Банк Канады будет фактически вынужден признать ошибку в связи с прошлыми решениями о повышении процентных ставок, поскольку, как я уже отмечал в ходе вчерашнего брифинга, действительно статистика, которую мы видим сейчас, явно указывает на то, что потребители так и не смогли адаптироваться к новым условиям. Розничные продажи просели на минус 0,8% против прошлого роста на 0,3%. Соответственно, сегодня, получая еще один сигнал слабости индекса потребительских цен, можно забывать вообще о каких-то более-менее близких перспективах изменения монетарной политики. Можно смело и дальше покупать доллар канадца. Сейчас котировки 1,2718, друзья. 1,30, я думаю, что это уровень, который будет протестирован в ближайшие 2-3 недели, а может быть даже раньше. Ну, про фондовый рынок, думаю, нет необходимости сейчас снова говорить. Причина, по которым его нужно продавать, я называл, это скепсис того, что банковские процентные ставки, которые будут повышены с вероятностью 95% в марте, приведут к каким-то положительным результатом, то есть все уверены, что это будет негативным для корпоративного сектора. Это рост доходности трежерис, который заставляет трейдеров держаться подальше от компании с высокой долговой нагрузкой. И это все-таки бюджетные расходы, о которых мы с вами говорили. Есть даже совсем рьяные скептики, которые считают то, что рост дефицита бюджета станет не под силу обслуживаться, собственно, властями США, и американская экономика просто не потянет такие долговые обязательства, и разразится серьезный кризис. Кто-то говорит, что это будет самый страшный кризис, не то чтобы вот с 2008 года, когда мы работали с проблемами банковского сектора и видели те жуткие потери. Но сейчас обозначаются более далекие перспективы, 80-е годы, когда американский фондовый рынок пострадал еще сильнее. Ну, интересно, конечно же, видеть эти комментарии. Я согласен, то, что какая-то истина в них есть, учитывая то, что мы сейчас видим. Поэтому не могу сделать прогноз о том, что американский фондовый рынок ждет что-то страшное. Все-таки мы уже неплохо разгрузили его, но мы еще не достигли минимальных уровней, которых могли бы достигнуть. Поэтому я считаю, что каким бы инструментом вы ни спекулировали, NASDAQ, S&P, либо Dow Jones, лучше, конечно же, этот рынок сейчас продавать. По отчетам поговорили, друзья. На этом, собственно, все. Хороших вам
выходных, безусловно, результативного, хорошего закрытия текущей торговой сессии и, соответственно, всей недели. Надеюсь, что информация была вам полезна. Если есть вопросы, которые вас интересуют, то, как и всегда, каналы нашей традиционной коммуникации, это форум и канал на YouTube. К вашим услугам не стесняйтесь, делайте комментарии, оставляйте ваши вопросы. Можете высказывать свою точку зрения. Ну, параллельно с этим, пожалуйста, потратьте, ну, хотя бы несколько секунд, не больше точно вашего личного времени, чтобы поставить лайки, большие пальцы. За них вам отдельное спасибо. Всего доброго, до свидания.